глагола. Значит, в чем сакральный смысл формы глаголов? Значит, во-первых, их семь. Да? Значит, они здесь все перечислены, да, обычно принято считать, что форм глаголов три, да, ну, первое, вот они, вот эти вот все три формы, которые обычно, соответственно, вот у нас стандартные три формы глагола, их указывают в учебниках во всяких и так далее, да, пособиях, да, значит, вот они у вас. Первая форма глагола, да, это то, что у нас используется, соответственно, ну, первая форма глаголов используется только вот во время simple, да, present simple, future simple и past simple во всех случаях используются. Соответственно, первая форма глагола, да? Вторая форма глаголов, то есть то, что у нас используется только утвердительная форма в предложении, past simple, да, опять-таки, да, past simple, вторая форма глагола. И третья форма глагола, да, это предчастие, так называемое, да, оно, во-первых, естественно, используется во времени perfect, везде, опять-таки, future perfect, present perfect, past perfect, везде будет третья форма глагола, да, ну, соответственно, она же будет использоваться в simple. Вот, и о всех остальных формах глаголов как-то не особо принято говорить, да, а следовало бы, потому что у нас есть такое, такое мерзкое слово, которое требует разделения, опять-таки, во-первых, нулевой формы, да, уверен, никогда не слышали, да, нулевой формы, неопределенной формы, да, и первой формы. Вот, то есть, как бы, проблема заключается в чем? В том, что... Ну, по поводу глагола to be мы уже говорим, Рамиль, да, вот мы как раз про него, да, у нас есть глагол to be, который является единственным глаголом, которого все семь форм различаются, да, значит, ну, давайте возьмем какой-нибудь для начала элементарный глагол совершенно, давайте возьмем глагол write, да, to write, неопределенная форма глагола будет у нас, да, дальше, соответственно, нулевая форма, write, писать. Первая форма. Write. Писать. Вторая форма. Wrote. Написал, условно говоря. Да? Третья. Written. S-форма. Writes. И инговая форма, соответственно, writing. Вот. Ну, соответственно, да, то есть, в принципе, если вот посмотреть сюда, то у нас, по сути, на самом деле, да, то есть это везде первая форма глагола, да, единственная разница заключается в том, что у нас здесь добавляется to, да, нулевая и первая форма у нас абсолютно идентичны, да. Собственно говоря, зачем нужна тогда, в принципе, нулевая форма, да? Нулевая форма нужна как раз-таки вот для этого мерзкого глагола to be, потому что глагол to be, в отличие от всех остальных нормальных глаголов, ну, у него есть разница между нулевой и первой, при том достаточно существенная, да. Значит, подставляем глагол to be под все эти формы, да? Значит, форма первая, to be, соответственно, да? Тут никаких вопросов не возникает, неопределённая, она как бы с приставкой to ставится. Значит, нулевая форма, be, да? Логично. Первая форма. Тут у нас начинается проблема, потому что, как бы, если мы посмотрим, опять-таки, на таблицу общую, мы заметим, что в present, да? Present simple, да, у нас здесь как бы первая форма глагола стоит, да? Соответственно, в отрицании у нас тоже будет первая форма глагола, да, в past simple. Вот, и, соответственно, в принципе, как бы, если воспринимать глагол to be, соответственно, если мы, у нас бы использовалась одинаковая первая форма, то, соответственно, там бы везде стояло be, хорошо. Там бы везде стояло be. Соответственно, первая форма глагола для глагола to be это am, is и are. Да? Это те самые вспомогательные глаголы, которые у нас используются в континуусе. Да? Ну, я надеюсь, вопросов не возникает. Да, смотрим на вспомогательные глаголы, по центру экрана находится. Соответственно, в самом-самом низу у нас am, is, are. Это то, что у нас используется вспомогательные глаголы для времени present continuous. Соответственно, сбоку у нас идут вторые формы, да, was и were, и справа опять-таки у нас идет will плюс нулевая форма, да, нулевая, не первая, да. Значит, я надеюсь, пока что все понятно. Значит, вторая форма это was и were. Да? Соответственно, третья форма это been, естественно. Дальше.
форма на S. Это is, да? Естественно, потому что речь идет о третьем лице единственного числа. И инговая форма это been, которая у нас в частности будет использовать, ну, ладно, я ставлю маленький, в частности будет использоваться в значит, соответственно, да, на это нужно обращать внимание, да, в первую очередь вот из-за этого нулевой формы, потому что, как бы, если мы будем воспринимать нулевую форму как первую форму, да, то future simple у нас превратится быстренько в ад, потому что, в принципе, в стандартном образовании, да, если мы посмотрим, там используется will плюс первая форма глагола, да, на future simple смотрим, да, will плюс первая форма глагола, да, это получается will is am are будет, если мы не будем, ну, если мы будем воспринимать как первую форму глагола, потому что это действительно первая форма глагола, потому что предложение типа я студент, ну, я являюсь студентом, да, я имею в виду I am a student, да, это как бы у нас какое время? Present. Вот, соответственно, если это present simple, значит глагол. Ну, давайте я еще полную форму напишу. Значит, соответственно, глагол у нас как бы ставится в первую форму. Да? Первая форма у нас здесь все нормально, да? Вот у нас вот он тот самый m, который мы поставили. Да? Значит, соответственно, если мы говорим о будущем времени, то, соответственно, I will be a student. У нас время future simple, и в соответствии с future simple у нас образование должно быть will плюс первая форма глагола, но be это не первая форма глагола, да, первая форма глагола у be это am is are, да, в зависимости от лица числа, да? Поэтому образование во future simple это will плюс нулевая форма, да, то есть как бы для обычных глаголов разницы нету никакой, потому что первая нулевая форма это одно и то же. Но для глагола... У меня сердечки стоят, так приятно. Значит, для... Я краснею, Для обычных глаголов разницы никакой, но для глагола to be это колоссальная разница, да, потому что, как бы, если мы будем запоминать образование future simple will плюс первая форма глагола, не will плюс нулевая форма глагола, да, мы очень легко можем запутаться. Очень легко. Вот, соответственно, то есть, что вам нужно сделать сейчас, да, то есть, собственно говоря, вот эта вот нулевая форма, она практически, ну, единственное, для чего используется, это для вот этого вот самого, для future simple. Значит, ваша задача сейчас, да, берем тетрадочки и записываем. Образование времени во future simple идет через нулевую форму глагола, да, и записать, соответственно, вот эти вот две формы, да, нулевая и первая форма глагола, да. Пример обычного глагола, да, например, глагола write, и на примере обычного глагола to write, соответственно, и глагол to be, соответственно, вот он глагол to be. Да? Соответственно, в трех ипостасях в первой форме и в нулевой форме, то есть в самом по себе be, да, это форма глагола to be, да, то есть считаем, да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять даже, да, два раза больше, чем обещал, девять форм глагола to be у нас здесь. Ну, я been вообще не планировал брать, потому что, ну, как бы, он вообще относится только к перфекту, да. Соответственно, да, записываем. Образование future simple это will плюс нулевая форма глагола, да. И ниже, соответственно, записываем нулевая форма глагола, все, что здесь написано. И еще ниже записываем первая форма глагола, да. Ну и, соответственно, можно отдельно записать еще s-форму, потому что, ну, она тоже немножко отличается, да. То есть, как бы, она дублирует, во-первых, is, из первой формы глагола. И, во-вторых, S-форма образуется не всегда присоединением S. Да? То есть, если взять глагол to do, допустим, то S-форма у него будет does. Да? То есть, это не просто S, это I плюс S. Да? Опять-таки, в паблике скидывал правильное образование S-формы. Да? Там вот все эти нюансы были расписаны. Вот. Значит, ну, соответственно...
все вот эти дикие мучения начинают возникать из-за того, что а как же там, почему здесь be, а здесь is, да? Ну, то есть, как бы у нас же везде первая форма ставится, почему мы ставим be, если первая форма для be это am, is, are, да? Ну и так далее, да? То есть, как бы, у меня очень часто задают эти вопросы, я именно поэтому, как бы, ну, выделяю это в отдельную тему практически. Вот, ладно, ребят, если вопросов нету, спасибо вам за просмотр, да, подписывайтесь на канал, да, на паблик и так далее, добавляйтесь в друзья, вот, и до новых встреч, да, следующий стрим у нас будет опять-таки в воскресенье, да, ну, я где-то ближе ко вторник, как обычно, создам объявление, да, еще закрытую группу и так далее, да, будем говорить о времени, конечно.